Приветствую вас на моем канале, с вами Лилия Донскова. И сегодня у нас будет обзор, продукция из нового каталога Oriflame номер 14, который стартует у нас уже с 8 октября. И я вам покажу продукцию, которая есть у меня в наличии, и расскажу, что мне особенно нравится и на что обратить внимание. Каталог номер 14 начинается с 8 октября и закончится 27 октября. Из первых же страниц компания нас радует новинкой. Это потрясающий эксклюзивный аромат, парфюмерная вода Eclat Mon Parfum с такими французскими нотками. И в составе этого аромата китайская груша, фиалковые листья, розовый перец и благородный букет, который добавляет такой аккорд. Это королевский белый ирис в обрамлении яркого гелиотропа. И грандиозный такой грациозный шлейф создает миндальная пудра, мускус и белые пачули. Меня этот аромат покорил с первых же ноток, как только я взяла пробник, нанесла капельку себе на запястье. Я сразу же приняла решение, что этот аромат будет моим, и вот жду не дождусь нового каталога. А вам я рекомендую выписать сначала пробник, чтобы распробовать этот аромат и понять, нравится он вам или нет, как я рекомендую делать со всеми ароматами. Код пробника 34294. Здесь у нас интересный тест, кстати, можете пройти, я прошла. Оказалось, что я больше Б, вернее, В, я В. И внутри меня живет великий экспериментатор. Ну, так и есть. Итак, следующие странички у нас посвящены аксессуарам. И я сейчас покажу... не все этих аксессуаров у меня нет. Но есть видео-обзор на моем канале, где вы можете посмотреть подробный обзор и сумки, и полной коллекции вот с жемчугом. Так, на этой странице у нас представлена супер матовая, супер стойкая губная помада. У меня такой помады нет, но я хочу вам продемонстрировать, как она будет выглядеть. У меня есть из другой серии, эта помада тоже Zavan. Я очень довольна, кстати, у меня тоже матовый оттенок, но здесь он не представлен. Я хочу сказать, что просто очень удобная форма помады, и ей просто наносить на губы без контура, она шикарно просто обводит как раз такой контур губ, как вам и хотелось бы. Далее, подводка. Обратите внимание, тоже хорошая цена. И обратите внимание, какая кисточка у нее. Как карандашик. Подводка-карандаш. Так, здесь у меня есть стойкий консилер. У меня, наверное, самый светлый как раз оттенок, 706. Угу. Это тушь я взяла, подождите. Вот консилер. Тороплюсь. Консилер, вот он, вот такой он светленький. Где я им использую, где его? Ну, чтобы вот перекрыть синячки под глазками, у меня как бы он слишком прозрачный для меня. Хотя вот так вот, если смотреть, текстура у него, конечно, очень классная и достаточно плотная. Но на венках, вот где я выкладываю, этого недостаточно. Но я его использую немножечко под глазами. И мне нравится убирать носогубные складки. То есть я наношу, вот прямо на модели вам показываю, на носогубные складки, на углубление. И пальчиком вот так же вот растушевываю. И получается, что этот светлый консилер помогает как бы вытянуть складки и сделать их менее заметными. Вот для этой цели он мне очень-очень понравился. Так, далее стойкая матовая тональная основа и пудра. Пудра у меня есть. Кстати, пудра я очень довольна. Она матирует великолепно. У нее бархатистая текстура. Сейчас покажу вам эту пудру. У нее очень классная такая шелковая, прям классная текстура. Я ей пользуюсь и кисточкой, иногда спонжиком, но практически не пользуюсь спонжиком. Потеряла родной. Вот вставила такой. Пудра клевая, два оттенка. У меня как раз светлый бежевый тон, фарфоровый. Получается, он больше подходит для совсем белокожих или на лето. Ой, то есть на зиму наоборот, потому что летом, когда подзагораешь, очень светлый получается тон. Ну, мне не нравится. Так, здесь у нас опять серия бижутерии, коллекция. Так, парфюм. Такая водичка у меня есть туалетная.
Мне очень понравился такой действительно жизнерадостный аромат. Он такой цветочный, фруктовый. Я им очень довольна. Особенно вот нотки персика меня они просто очень радуют. И отзыв людей просто. Я недавно как раз выгуливала этот аромат, встретила подругу, мы стояли, общались, и она мне говорит: «Я не знаю, что это такое, но я просто стою в облаке аромата и не хочу от тебя уходить». Вот, в результате у нас получился заказ на эту водичку, и я рекомендую просто на неё обратить внимание, при том, что такая шикарная цена. Так, дальше. Так, чем я здесь похвалюсь? Здесь есть карандаш маркер для бровей, обратите внимание, тоже многие пользуются, довольны, но я... У меня был опыт, я его пробовала, мне он как-то не очень впечатлил, поэтому я не стала его больше заказывать, а вообще отзывы о нем очень хорошие слышала. И покажу вам свой гель. Это гель-кондиционер для бровей и ресниц. То есть это прозрачный, совершенно невидимый гель, который помогает ухаживать за ресничками, восстанавливает их, укрепляет и делает их более такими сильными и придает им цвет. То есть реснички восстанавливаются и обретают свой нормальный цвет, который должен быть, потому что со временем ресницы выгорают, высветляются, а кондиционер помогает им становиться сильнее. Так, далее у нас матовые тени для век. У меня, кстати, есть 4 оттенка, но почему-то вот в распродаже не будет вот этого розового, я его уберу. А будут вот такие как раз нежный беж, песочный нюд, вот такое сочетание классное, и мягкий тауп. Мне они очень-очень нравятся, я вам сейчас покажу почему. Вот этот вот матовый шик, тот, о котором я так мечтала, посмотрите, то есть наносишь, сначала легкий блеск, моментально высыхают, впитываются и растворяются, то есть становятся матовыми. Сейчас покажу 2 оттенка хотя бы, чтобы вы так вот видели. Почему 2? Все 3 покажу, чтобы вы знали, какие цвета. То есть я делаю их в сочетании, как раз они подходят друг другу. Но, кстати, этот нежный беж, он такой же достаточно нейтральный, и он подойдет под мягкий тауп. Сейчас покажу вам мягкий тауп. Да, он прекрасно сочетается. Можно немножечко брать кисточку, растушевывать их друг с другом, смешивать, пока они не высохли. И получатся очень классные, красивые тени, которые продержатся целый день на ваших веках. Они не сворачиваются, не скатываются. И я просто от них балдею. Скорее всего, такой светлый цвет я еще один закажу, потому что ну, отличная цена. И они, наверное, да, скоро кончатся. Я уже больше полугода пользуюсь этими тенями. Поэтому пусть будет запас. Очень хорошие тени. Так, далее здесь серия алоэ. Кстати, полный комплект. Это очень удобно, когда скидки идут сразу на целую серию, потому что это серия самодостаточна. Вот у меня дочка как раз пользуется. Вот заканчивается гель. Вот такой вот. Она уже его перевернула, чтобы удобно было брать. И тоник. Хороший объем по 150 мл, как обычно. Очень приятный аромат у этой серии. И она... достаточно мягкая. То есть, если мы говорим о том, чтобы там, поработать с воспалениями какими-то на коже, то она за счет того, что такая мягкая, она подходит для любого возраста. Просто если говорить о серии чая с чайным деревом, то она может подсушивать взрослую кожу. А серия алоэ, она достаточно как бы такая широкий спектр возрастной к ней подходит. Так, далее... бижутерия, но это нужно смотреть отдельный обзор, лаки. Вы, кстати, лаки, вы можете у меня посмотреть на ручках сейчас. У меня как раз 2 вот этих оттенка сейчас на ногтях использовала. Что я могу про них сказать? Очень классно ложатся, стойкие лаки, быстро сохнут. Наношу 1-2 слоя. Обычно, ну вот зеленый наносила 1 слой, а желтый наносила 2 слоя. Великолепный лак, один из моих вообще любимых за всю жизнь, который я лаки пробовала. Это самые лучшие лаки по качеству, по цвету, как они лежат и так далее. Поэтому я рекомендую вам, можете смело брать любые оттенки. Кстати, очень классные оттенки. А вот лак с ароматом манго у меня нет, но я его пробовала. Обращайте внимание на объем. Если стойкий лак Зеван 8 мл, то ароматный лак 5 мл.
То есть он будет поменьше флакончик, но действительно вкусно пахнет. Мы в офисе его пробовали, очень хороший такой аромат. Так, есть у меня вот такая вот водичка. Это парфюмированный спрей для тела. VIP IP Club Bali. У меня с кокосовой водой. Я очень люблю аромат кокоса, в принципе. И брала эту водичку для лета, просто как освежающую для тела, чтобы был приятный, легкий аромат. Мне она действительно понравилась, и я прям рекомендую. Оба аромата вкусные. В этом ананас, в этом кокос. То есть я бы взяла и тот, но этот вышел первый, поэтому я его приобрела вот, и он у меня есть. Так, для волос шикарные все средства. У меня есть лак, муссом я не пользуюсь, а вот лак мне иногда бывает нужен зафиксировать кудряшки. Я хоть и редко делаю, но делаю, видите, он так подзаканчивается. Мне очень нравится дизайн, вообще все, форма классная, приятная, так стильно смотрится. Хайер — это профессиональная серия, поэтому рекомендую, прям берите, не переживайте там за качество, качество супер. И очень часто берем как раз несмываемый спрей, это термозащита для укладки волос. Но вот сейчас у нас его нет. Ну, кстати, с такой скидкой обязательно возьму, потому что дочка часто пользуется феном, и волосы страдают, естественно, а с этим спреем они защищенные, и получается очень хороший эффект, то есть волосы сохраняются. Ну и также есть гель для укладки волос с невидимой фиксацией. Это тоже хорошее предложение, нужно будет взять такой гель. А по поводу зубных щеток и зубных паст. Это любовь с первого взгляда. Пасты действительно очень эффективные. Вот я вам сейчас покажу, какой это тюбик. То есть большой тюбик. У нас обычно всегда открыто 3 пасты, 4. Никогда не бывает, чтобы одна только паста стояла. Потому что мы их чередуем. Но мои любимые все-таки пасты — это травяной комплекс и защитная паста. Отбеливающие я пользуюсь не часто. Как и рекомендуют стоматологи, не нужно слишком часто пользоваться отбеливающей пастой. Делать лучше это курсами. Но вот обратите внимание, здесь стоит значок, что эта паста одобрена шведскими стоматологами. И я просто от нее в восторге. Уже много лет пользуемся. Что я заметила? Зубы в отличном состоянии. Они хорошего цвета, качества. Каждые полгода я хожу к стоматологу, проверяюсь, все окей. Кариеса нет, и самое главное, нет кровоточивости десен. Я считаю, что это тоже зависит от пасты, потому что если паста плохая, некачественная, то, естественно, зубы будут портиться. На этой странице мыло. Мыло самые классные, самые вкусные в Oriflame. У них такие большие, хорошие кусочки, плотные, которые не раскисают и держат форму очень хорошо. И чудесные все ароматы. Выбирайте на любой вкус. Так, на этой страничке наша серия Love & Care. У меня вот есть один флакончик. Ну, что-то он у нас застоялся, честно говоря, уже поднадоел, уже прям страшненький такой. Да, серия понравилась, серию рекомендую, но почему-то у нас она не зашла. То есть обычно мы берем флакончик какой-то и пользуемся, пользуемся. Вот гель мы быстро использовали и лосьон для тела, а шампунь 2 в 1 остался, пока почему-то не заканчивается. Так, здесь у нас гели. Обратите внимание, есть гели для душа, они бывают отшелушивающие, у нас такой гель с малиной и есть еще с клубникой. У нас есть крема для душа с миндалем. Чем отличается гель от крема? То, что крем для душа уже содержит питательные компоненты. Например, здесь вот у нас входит масло сладкого миндаля, то есть он сразу будет уже питать кожу, и если вы обладаете сухой кожей, то вам, конечно же, нужно смотреть не на гели, а именно искать, чтобы было написано «крем для душа». Это будет для вас самый классный вариант. Кстати, еще есть кое-что в этом каталоге тоже для вас. Так, это профессиональные шампуни, тоже шампуни классные. Можете брать смело, мы сами пользуемся, заказываю часто, у меня клиенты очень часто заказывают. Особенно популярный шампунь для придания объема тонким волосам. Вот его у меня чаще всего заказывают. И еще от перхоти, но от перхоти здесь нет как раз. А, вот это вот бомба просто, двухфазный пилинг для обновления кожи. Я вам его покажу.
Кстати, я делала один раз, только курс, вот надо повторить, я про него совсем забыла, сейчас увидела в каталоге. Приходите в такой классной коробке, здесь есть инструкция, и здесь есть два этапа. На тюбиках написано этап 1, этап 2, то есть мы наносим сначала ватным диском этап 1, через 10 минут мы удаляем этапом 2. То есть смотрите, да, тут внимательно прочитайте инструкцию, чтобы сделать все правильно. Настолько действительно идет вот этот омолаживающий эффект, кожа обновляется, и ей нужно пользоваться раз в неделю, насколько я помню. Вот сейчас нужно будет повторить это все, потому что мне очень понравился эффект, и можно будет его периодически делать. Но вот у меня, кстати, одного тюбика хватило как раз на 4 подхода. Я не знаю почему, но мне просто остальное было лишнее. Я как бы, ну, я не планировала экономить, но действительно просто не было необходимости больше на себя выливать. А вот сейчас я вам расскажу про сенсацию. Это новая серия, осветляющая. Для тех, кто страдает пигментацией неровной кожи, это выход вообще из ситуации. Первое, что я взяла, это ночной крем. Как раз у меня закончился, я взяла попробовать. Я в восторге. Во-первых, мне очень нравится то, что он с дозатором. Такая форма для меня самая-самая оптимальная. Во-вторых, я безумно влюбилась в эту текстуру, которая настолько легко, быстро впитывается, и при этом кожа получает все, что ей нужно. Просто бомба. А про очищение я, наверное, запишу просто отдельное видео, потому что вышла новая инновационная такая технология. Это запатентованная формула. И здесь сочетаются сразу два продукта – гель и тоник. И что я отметила? Вчера первый раз умывалась, и сегодня утром. И у меня было такое удивление, потому что я уже много лет пользуюсь NovAge таким вот гелем. Нашим обратить внимание, что по объему этот поменьше. В нем 150 мл, здесь 200. Но в чем разница? Если старый гель, он пенился, то есть он создавал классную такую пенку, то этот гель, он абсолютно не пенится, то есть он остается гелем и растекается по всей коже. И у меня сразу создалось ощущение, что кожа прям вот как будто бы аж скрипит, настолько она чистая-чистая, потому что, ну, как говорится, стереотипы, да, шаблоны просто рушатся. И я жду, что сейчас должна же быть пена, как обычно. Этого не произошло. Я переживала, что, может быть, кожа не очистилась. Но ватный диск с тоником, который я все-таки провела эксперименты, я попробовала, насколько чиста стала моя кожа, доказал, что это средство великолепнейшим образом справилось со всем моим макияжем, таким, ну, достаточно серьезным. То есть у меня и праймер, тональная основа, румяна, пудра, у меня, значит, хайлайтер на лице был, и вообще всего, и корректоры. Все смылось с одного раза, и использовала я вот так одно нажатие. То есть я один раз нажала, и вот сколько дозатор подал, я именно это количество использовала. Мне кажется, это средство будет иметь огромную популярность, и тем более, что его сейчас добавили в каждую серию. NovAge заменили, теперь, если вы видите, нигде нету тоника, везде только это средство. И это очень здорово и удобно, кстати. Так, что я могу вам показать? Мой любимый крем Экологен для кожи вокруг глаз. Обязательно попробуйте. Если вы не решаетесь взять серию целиком, возьмите себе один вот этот крем. И вы увидите просто, что такое магия. Потому что этот крем для меня и для многих моих клиентов является номер один кремом вообще из всех, которые только вот я пробовала и пробовали мои знакомые. Он действительно необыкновенный, разглаживает морщинки, как будто он их как утюжок просто проходит, все разглаживает. Классные скидки на NovAge, прям рекомендую. Так, что здесь? Покажу. Есть у меня серия Экобьюти молочко. Вот она, эта серия. Смотрите, какой красивый флакон, какой шикарный дизайн, потрясающий аромат. Эта серия на 95% из натуральных экстрактов, из натуральных ингредиентов. И вот у меня есть масло. То есть я брала весь набор попробовать, но так как здесь молочко, я молочком не очень люблю пользоваться, у меня много осталось.
А вот масло я использую не очень часто, но я его использую для массажа. Кстати, с новым Skin Pro, где есть массажная насадка, супер просто с этим маслицем массировать кожу. Ну и у него тоже приятный аромат. И также, когда делаю маникюр, я могу немножечко маслица добавить на кутикулу и втереть его. Тоже классно работает. То есть оно такое многофункциональное и очень мне нравится. Так, что еще? Кстати, я брала вот такую маску, недавно закончилась. Ну, просто восторг. Действительно, маска чудо. И тоже из серии Кабьюти я вам рекомендую такую масочку тоже себе взять. Она очищающая, такая классная. А, не взяла крем, но у меня вот такой крем есть. Как раз, а, у меня дневной крем из этой серии. Но я могу сказать, что крем очень плотный и для меня, я вот привыкла пользоваться NovAge, где кремы такие классно впитываются, такие легкие, прям прикольные. Для меня этот крем тяжеловатый, и я вот прям жду не дождусь, когда он закончится, чтобы опять перейти на NovAge. Но я брала его с целью избавиться от пигментации, поэтому со своей задачей он справился. Пятна у меня пигментные все осветлились и практически уже незаметны. Так, что у нас здесь? Шикарные все средства. Пробуйте, выписывайте пробники. Кстати, обратите внимание, если у вас есть какие-то вопросы или вы переживаете, подойдет, не подойдет. Вот у нас здесь представлено огромное количество пробников. Вы можете выписать сначала, попробовать, поэкспериментировать. И на эту серию есть пробники. И уже тогда примите решение, подходит вам это средство или нет. Так, сейчас я вам покажу еще вот такие рыжики. Серия Optimus выпустила тонизирующее средство для умывания и тонизирующий гель-крем. Ну, я им пока не пользуюсь. Когда я получила, я подумала, что это будет шикарный дорожный вариант, чтобы с собой не таскать тяжести, не переливать в тюбики. Лучше брать вот такие вот маленькие средства. Сейчас вам покажу, какой гель классный. То есть он просто такой гель-гель. Классно пахнет. Ой, как вкусно пахнет. Быстро впитывается. Ну вот он у меня пока стоит, ждет, когда мы отправимся куда-нибудь в путешествие. И тогда он поедет с нами. Такое позитивное, очень классное средство. Кстати, шикарный подарок. Если думаете кому-то сделать подарок, можно тоже вот оформить очень красиво. Или в коробочке, какие-то корзиночки. Будет здорово выглядеть. А, пробовала еще маску тонизирующую, тоже 5 с плюсом. Маска мне очень понравилась. Большой пакет, 10 мл. Нам хватило на 3 раза. И дочка попробовала, и я 2 раза. Так, здесь у нас... О, как раз средство с чайным деревом. Тоже рекомендую, у кого вот бывают проблемы, там, воспаления какие-то на коже. Или еще что-то беспокоит. Удобные, классные маски. Всего по 39 рублей. Все масочки шикарные. Прям рекомендую. И на подарки классно идет. Знаете, кому-то сделать комплимент. А может быть, просто, чтобы вас заметили, запомнили. Вот я обязательно возьму такие маски на подарки для клиентов. Так, здесь у нас серия для молодой кожи. Кстати, вышла новинка, экспресс-маска для глубокого очищения. Обязательно возьму для дочки, потому что у нее еще бывают такие проблемы в Испании. А, тоже серия очень такая, подходит именно вот для проблемной кожи. Смотрите, у кого, у деток или у подростков, там у взрослых бывают проблемы, рекомендуйте. Wellness. Обожаю коктейль ванильный. Обратите внимание, что коктейли, они балансируют все процессы, да, в организме. И самое главное, что можно постройнеть очень здорово с этим коктейлем. Снижается желание есть сладкое, что для меня было просто очень важно. И это белок. Белок, которого нам так не хватает. Я коктейль пью, ну, практически каждый день. То есть я утром сегодня встала, сделала зарядку и бегом на кухню выпила стаканчик воды и взбила коктейль, выпила. Супер, полноценный, классный завтрак. Такой легкий перекус. Мы постоянно пьем витамины. Wellness Pack у нас всегда дома, всегда мы пьем, каждое утро друг за другом следим. Ты выпил, почему? Потому что благодаря этим витаминам мы перестали болеть. А сейчас такие вирусы идут, просто, ну, страшно, сколько денег уходит на лекарства у людей, если заболеешь. И на самом деле не все лекарства, действительно дают тот эффект, который люди ожидают.
Так, пошло у нас для мужчин. Шампунь против перхоти, кстати, эффективный. Пробовали на Мише, ну и у него совсем прошла перхоть, кстати. Интересная губка для душа. И шикарный кусочек мыла, 100-граммовый, всего за 95 рублей. Мужчина от него просто без ума. Один раз кто попробовал, уже все время просят. Здесь у нас шикарная мужская серия. Обязательно вам ее покажу. Миша вот пользуется. Не очень, я так смотрю, активно, но потихоньку убавляется. Серия красивая. Такой шикарный дизайн. Флакончики такие стеклянные. Очень брутально, стильно. И покажу вам этот гель, какого он цвета, смотрите. Он просто такой серый, такой темно-темно-серый, чуть ли не черный, как уголь. Да? У него в составе как раз уголь. Очень круто очищает, сама пробовала эту серию, восторг полный. А какой аромат! Просто обожаю, когда Миша на ночь делает, от него так вкусненько пахнет, просто супер. Шикарное предложение, прям обязательно посмотрите на этот парфюм, всего за 799 рублей, Giordani, и у него такой состав, он такой вот прям вот вау, для да, там, мужчины с итальянским акцентом. Так. Ну, конечно, лучше брать пробники на любые ароматы, чтобы определиться, нравится или нет. Мне, кстати, очень нравится Экла Луи. Очень нравится. Шикарный. А вот Легенда мне как-то... Мне не очень. Хотя по составу я почитала супер. Ну, что-то в тот момент, может быть, вкус был по-другому настроен. Мне эта вода не зашла. А вот такие вот ароматы очень круто. Обратите внимание, какие шикарные скидки на гель для душа и шариковый дезодорант. Очень хорошее качество и дизайн классный. Тоже мы брали и на подарки целыми наборами с водичкой дарили. Кстати, выходит новинка мужского аромата. Я рекомендую сразу брать пробники, чтобы знакомиться с ароматом. И именно предлагать ароматы нужно через тестеры, чтобы люди его немножечко поносили, попробовали и могли оценить. Кстати, вот это тоже прикольный ароматик. Эти оба классные, необычные очень у нас были эти ароматы. Прям с удовольствием зашли. Очень удобно, что есть некоторые странички ароматизированные, тоже можно потереть, но все-таки полная картинка, какой это аромат складывается, только когда вы или пробник хотя бы берете, пробник вам покажет первые две нотки, вот эту вот первую и сердцевину. Ну, хотя бы так. Или найти оригинал, понюхать. Giordani одаривает нас тоже шикарными ценами. Очень интересный аромат Амбр Эликсир. Если вы любите такие женственные, сладенькие ароматы, то самое то. Очень хочу попробовать вот эту новинку. Почитала состав. Мне очень понравилось. Хочу прям попробовать. Может быть, тоже станет моей любимочкой. А вот этот аромат Tenderly Promise только через пробник. Девочки, только обязательно берите пробник, это настолько необычный аромат, очень ярко выходит на передний план, это королевская белая лилия, аромат незабываемый, он не похож ни на один в Oriflame, даже не знаю, с чем его сравнить. Обязательно возьмите пробники, может быть, это именно тот аромат, который вы так долго ждали. Мне он, вы знаете, когда я потерла бумажечку в каталоге, мне он вообще не понравился. Но я его брала, потому что была какая-то благотворительная акция, все деньги шли в фонд детям. Я решила просто поучаствовать в акции. Но когда я открыла этот флакон, мы все в офисе были очарованы просто. И вы видите, я ей очень активно пользовалась. Полфлакона, учитывая, какая у меня огромная коллекция ароматов, это очень круто. Еще один из моих любимчиков, который я ценю, это Giordani Gold Essence. Шикарный аромат, сам дизайн у него, вот эта крышечка позолоченная, вообще все супер, и состав у него просто волшебный. Такой аромат, который заставляет остановиться, просто необыкновенный. Поэтому берите пробники, пробуйте. А Paradise. Мне очень нравится. Тоже, учитывая, сколько здесь осталось, можно понять, что аромат волшебный. Я его не сразу распробовала, но когда я его поняла, прочувствовала, вы знаете, я с него очень долго не могла сойти на другой, потому что он цепляет, он прям
он радует, он вдохновляет, и его сразу замечают. И очень красивый дизайн, мне нравится. Так, что у нас еще? Про ароматы, конечно, очень много можно говорить. Кстати, вот я не пользуюсь кремовыми дезодорантами, но это достаточно удобная такая штучка, но мне все-таки проще шариковым дезодорантом быстренько все сделать и все. Да, вот я вам обещала, для обладательниц сухой кожи есть еще два продукта, которые просто, ну, просто бомба. Это увлажняющий лосьон-кондиционер. Я не пробовала, но я уверена, что это будет что-то вообще необыкновенное. Самое главное, что он не оставляет липкости. А вот из новой серии спа я вам сейчас ее покажу. У меня есть вся серия. И я вам покажу то, что мне особенно понравилось. Это масло пенящееся. Вот оно, масло пенящееся. То есть это прям масло масляное. Но когда его наносишь на мокрую кожу и начинаешь делать такие вот движения, взбивается пенка. И это просто необыкновенные вообще ощущения. И кожа классно очищается. Просто я переживала, думала, что кожа будет неочищенной. Она классно очищается. И сразу идет увлажнение, шикарное увлажнение, просто я в восторге. Вчера попробовала новый скраб, сейчас покажу, всю серию принесла, оказывается, здесь не все представлено. Вчера купалась с новым скрабом, только его прям получила, сразу залезла в душ. Очень понравилось, тоже скраб содержит масло. Он солевой, и еще добавлены в него специальные отшелушивающие частички мельчайшие. Ну, он классно все массирует, все отдирает всю мертвую кожу, все там открывает железы, ну, просто восторг. И опять же, за счет того, что масла в составе, это очень вкусно, это очень классно. И кожа, вот кожа, я прям вот чувствую, как она расправилась и говорит мяу, просто мяу. И маслица тоже у меня есть. Не пробовали пока еще массаж делать, что-то руки не дошли, хотя обычно мы сразу. Ну, масло масляное, что тут сказать. Классно, что с дозатором, мне понравилось. И масло увлажняющее можно использовать просто как крем, а можно для массажа. То есть масло надо любить и баловать свою кожу маслами, чтобы она была гладкая, такая шелковая. Если уж говорить про масла, то еще и авокадо. Но зачастую я им пользуюсь для того, чтобы сделать маникюр-педикюр. То есть я его добавляю в ванночки, пока размякают ручки-ножки, масло работает, питает, увлажняет, помогает легче отделить кутикулу, чтобы она как бы безболезненно отходила от ногтевой пластины. Мне тоже очень нравится, хорошее масло, классное, вкусно пахнет. Кто любит авокадо, я, например, авокадо очень люблю, то, что нужно. Так, здесь у нас, кстати, обратите внимание, вот эта серия, она просто очень прикольная, Феминель для интимной гигиены. И очень шикарная вещь, это дезодорант для интимной гигиены. Удобно, комфортно, особенно когда идет цикл. Да. Критические дни их называют по-простому. Это просто палочка-вручалочка, особенно когда жара летом, это просто чудо. А, здесь всякие аксессуарчики, тоже посмотрите, классная пилочка, носочки очень удобные для того, чтобы смягчить ножки, просто наносите побольше крема или маску ночную для ног, и дав чуть-чуть питаться, сверху одеваете носочки и ложитесь в них спать, а утром встаете, и у вас шелковые мягенькие ножки, и прикольные разделители тоже. Здесь у нас крем-сыворотка от Натоптышей и отшелушивающий крем. Ни то не пробовала, но знаю, что все отшелушивающие кремы в Oriflame крутые. Все время беру, просто у меня сейчас целый тюбик пока еще есть, поэтому этот не брала. Роскошные кремики для рук, питание, защита. Выбирайте на свой вкус ароматные кремы. Детская серия. Я вот принесла вам показать шампунь. Потому что это большой, классный, вкусно пахнущий шампунь. Я заказала, подарю племяшке. Скоро приедут в гости. Мыльце тоже есть. Но я его не распаковываю. Она тоже в такой форме. Мне нравится то, что они вкусно пахнут. И такие миленькие, детские. Так, что здесь? Масочка есть у меня для окрашенных волос.
начала пользоваться недавно. Маски мне нравятся. Я, кстати, делала такой эксперимент. Брала... У меня волосы очень длинные, и, как правило, перед тем, как помыть волосы, их нужно аккуратно расчесать, чтобы они не были спутанными. И потом мыть, наносить бальзам или маску. Я взяла и не стала расчесывать волосы, и подумала, как маска справится или нет. И вот помыла, значит, аккуратно волосы, нанесла маску, подержала ее минут 5. И когда я смывала, у меня просто вот волосы расправились, как вот гладенькие-гладенькие, один к одному, вот как здесь на картинке. Вот для меня это показатель, то, что маска на 100% справляется со своей задачей, поэтому надо брать. А вот если говорить о расческах, то у меня новая любовь – это массажная щетка, пластик, резина, нейлон, и просто мне очень нравится, что у нее розовые пупырышки. Они просто как-то, ну как дизайн, это очень красиво, так стильно смотрится. И это лучшая расческа, которая шикарно, аккуратно расчесывает мои длиннющие волосы, которые путаются, и шикарный массаж кожи головы. Вот просто высший балл вот этой расчески, я ее обожаю. У нее очень удобная ручка, то есть ее так классно держать в руках, она такая современная, такой материал какой-то необычный. Просто очень приятно держать в руках и пользоваться. Все, рекомендую. Самое лучшее. Краски для волос не взяла показать. Ну, конечно же, краской я пользуюсь только Oriflame. Беру себе 3.0 темно-коричневый. Он, кстати, у меня на волосах смотрится практически как черный. Но на солнце, когда солнечные лучи попадают в волосы, видно, у него красивый шоколадный отлив такой. И это меня радует, что я не совсем черная. Так, что у нас здесь со скидками? О, кстати, не взяла показать салфеточку. Многие хвалят, но мне она вообще никак не зашла, эта салфетка. Пробуйте, конечно, сами. Постараюсь в ближайшие дни снять прям видеообзор и покажу разницу, как снимать этой салфеткой макияж и как снимать, например, обычным нашим средством или мицеллярной водичкой. Вот, увидите разницу. А здесь, посмотрите, классный органайзер для косметики. Он такой миленький, все там в розовеньких цветах, очень, очень прикольный. Так, у нас вышли новинки. Я их пока не видела. Но вот, судя по картинке, мне здесь нравится только вот это серое пончо. Оно действительно необычная, прикольная штука. Мне нравится, что он такой с воротником. А вот шапочка и шарфик как-то на меня не произвели впечатления, но, может быть, в деле будет лучше, чем на фотографии, я надеюсь очень. А вот шарфик очень прикольный по цвету, и он видно, что он такой пухлявенький, такой приятный, тепленький. Вот, а шапочка с рукавичками что-то как-то мне не очень нравится. Очень много бижутерии, она у нас скоро закончится эта коллекция, будет новая, поэтому успейте себя побаловать. Я взяла только один набор, удержалась, потому что если вы смотрите мое видео, вы знаете, что у меня очень большая коллекция бижутерии. Я взяла себе серьги пусеты, я их называю серьги-скрепки. Посмотрите, какие они милые, классные. И, честно говоря, в каталоге я на них вообще не обратила внимания. А когда я снимала обзор, и у меня были все украшения, я выбрала именно их. Я думала между вот этими еще, то есть этими или этими. Ну, эти показались мне более какие-то такие лаконичные сережки. И очень-очень вам рекомендую. Кстати, вот сейчас обратила внимание, что немножечко где-то, не пойму, то ли металл потемнел. Да, вот, кстати, заметила, что немножечко металл изменил цвет. То есть уже не такой блестящий. То ли это у меня царапки от цепочки, нужно было положить отдельно. Надо их убрать, положу отдельно. Обычно я храню бижутерию всю поврозь. То есть все по отдельности. А сейчас, видите, все сложила в одно место. Но вот поясом, этим ожерельем, пояс, и он также подходит как ручка для клатчей, я довольна на 1000000%. Прям то, что нужно. Очень классная вещь, впечатляющая. И самое главное, удобная и нужная бывает часто. Я, кстати, несколько раз ходила с этим поясочком. Один раз на шее, как ожерелье. И два раза как поясочек использовала. И очень мне понравился вот этот набор. Прям очень. Серебро я, в принципе, не люблю, не ношу.
А, что здесь? Ну, все сумки крутые, все сумки. Я взяла себе ремень, сумок у меня достаточно, а вот ремни, они мне очень нравятся. Покажу вам этот ремень, чтобы вы представление имели. Ну, кстати, тоже на канале у нас есть отдельное видео, как этот трансформер можно носить, с какими нарядами. А, все можно вытащить, перевернуть, то есть можно сделать пояс красный с красным, можно, вот как я сделала, черно-красный, можно отдельно носить длинный тонкий пояс, обматываться. И мне это очень понравилось, потому что черный и красный все время где-то нужен. И я думаю, что у меня будет этот пояс постоянно в деле использоваться. Сейчас сезон холодов начался, и он у меня будет постоянно как палочка-выручалочка. А, помаду не брала еще. Даже не знаю, буду брать или нет, но помада мне очень понравилась. Цвета красивые, качество шикарное. Обращайте внимание, что эта помада антивозрастная, поэтому не рекомендую для молоденьких девочек эту помаду. Зачем вам раньше времени уже что-то давать губам, пока еще они сами все могут получать из своего организма. Так, далее. Прикольная жидкая помада. Забыла взять. У меня у дочки такая темная слива есть. И она сказала, что это самая лучшая помада, что она даже мечтать не могла, что кто-то когда-то выпустит такую классную помаду. Мне очень понравились ее слова. Но я вам покажу контуры для губ. У меня есть три оттенка, у меня нет только коралла. Давайте смотреть. Начнем с самого светлого. Чем хороши контуры? То, что у них кисточка с одной стороны есть. Можно помаду тушевать. Я редко пользуюсь. Как они работают? Хорошо. Хорошо. Вот если мы говорим о контурах, то они неплохо ложатся. Но лучше всех ложится самый яркий. Вот этот красный, сейчас я его посерединке. То есть тут достаточно прям одного прикосновения, и он просто тут же моментально делает свою работу. Но меня очень впечатлил вот этот самый светлый, потому что очень трудно подобрать такой контур, чтобы он был, да, вот этого нюдового оттенка, такого светлого, и при этом достаточно хорошо ложится на губах. Может быть, мне, конечно, хотелось бы, чтобы они были помягче, вот как красный, но за счет того, что используются разные пигменты, контуры ложатся по-разному на губах. И, может быть, вам как раз будет хорошо, а мне вот, конечно, красный больше всего нравится. Ну, контуры шикарные. Выходит новинка. Пигмент-корректор оттенка. То есть можно делать тональную основу или посветлее, или потемнее. То есть, да, то есть, вот, прям написана инструкция. Вы можете взять пигмент темный или светлый, какой хотите. Если вам нужно утемнять тональную основу, значит, вы добавляете темный корректор. Если наоборот у вас темная с лета осталась тональная основа, вы не знаете, что с ней делать, возьмите светлый корректор и просто ее осветлите. На руку добавляете каплю осветлителя и каплю тональной основы, между собой все смешиваете. То есть все просто. Так, что у нас здесь? Пам-пам-пам. Стойкая минеральная основа, кисть. Рекомендую вот именно такими кистями наносить тон. Шелковая основа, флюид не взяла, но у меня есть. Неплохо, прям очень хорошо. Но мне больше понравилась новая тональная основа, которая вышла. Так, что здесь? Карандашики. Кстати, у меня нет ни одного из этих цветов, но у меня есть карандаш Джордани старой коллекции серый. И он мой самый-самый любимый. Я не знаю, почему серого сейчас нету в коллекции, потому что это лучший цвет на свете, который вообще может быть. Посмотрите, какой он красивый. У него он именно такой дымчатый, серый. Самый лучший цвет. Я им подвожу внизу глаза в ресничках. Иногда стрелочку делаю, когда хочу, чтобы макияж был такой более размытый, не слишком четкий. Но я даже не представляю, когда он закончится, как я буду без него жить. Так, покажу, что есть дальше. Дам-парам-парам. Смотрю всегда, что со скидками. И, конечно же, покажу вам пудру, сияющую в шариках. Она приходит в красивой коробочке, как вся серия Джордани у нас всегда прекрасно и красиво. И внутри чудо. Действительно, такие шарики разноцветные. Они для того, чтобы скорректировать лицо и сделать
кожу сияющей и ровной. Если вы пообщаетесь с профессиональным визажистом, то вам объяснят, что вот как раз вот такие желтенькие, зелененькие, сиреневые цвета, вроде бы казалось бы, как такое на лицо наносить? Именно они используются в корректирующих средствах, чтобы нейтрализовать нежелательный цвет на коже, скрыть его и визуально казаться вообще идеалом. Вот мне эта пудра очень нравится. У меня, кстати, она тоже есть. Пользуюсь как хайлайтер, ее можно использовать, потому что у нее сияние. И, конечно, рекомендую использовать вот эти кисти. Они герметично закрываются с колпачком. Очень удобно использовать. Шикарная новинка. О, вот это просто бомба. Мы, кстати, скоро выложим видео. Надеюсь, скоро, потому что мы записали видеообзор этих помад. Мы сделали свотчи на руке. И вот я хочу сказать, что это та помада, на которую я так вот глянула, и сразу сказала, я хочу пряное какао. У меня обычно так вот, любовь с первого взгляда. Смотрите, какой цвет. И эта помада меня удивила тем, что она не сушит губы. Хотя вот предыдущая матовая помада Mousse, тоже в такой же упаковке, она мне абсолютно не подошла. Я ее никому даже не рекомендовала, говорила всем, это вообще какашка, не берите ее. Но это просто меня впечатлило. Даже, может быть, возьму себе еще вот этот цвет, мне понравился, ореховое пралине. Но чем удобен этот цвет какао, его можно промокнуть, то есть убрать излишки, и она становится светлее, и она очень стойкая. То есть с ней можно покушать, и губы все равно будут красивые. Вот я в восторге, я просто вот прям мяу. У меня нет оттенка кремовой помады, но я вам покажу упаковку. И у меня, кстати, сейчас на губах этот оттенок. Я в восторге от качества. Мне совершенно не нравится упаковка. Она такая дешевая, слишком простая, просто, ну вот просто слишком скромная. А качество у помад высший балл. Вот все помады, которые я брала, у меня, по-моему, 4 оттенка есть из этой серии. Они все роскошные. Даже 5, наверное. Да, это как раз 5-я. Они просто классные. И что мне нравится, я их не чувствую на губах. Так, здесь у меня тоже есть что вам показать. Это жидкие тени. У меня есть оттенок светленький. Уже старенький. Я его использую только как базу под тени. Если я хочу сделать сияющий макияж, я наношу эту базу, сверху сразу сухие тени, и получается, как будто бы тени светятся изнутри. Макияж очень эффектный и очень стойкий. Например, тени просто на глазах ложатся сухо и слишком бледно. Если вы используете вот эту основу, то тени ложатся смачно просто. Они прилипают, фиксируется и очень долго держится макияж. Поэтому я вот такую штучку тоже люблю. Но когда вышли матовые тени, я стала в основном ими пользоваться по большей части. Так, что у меня здесь еще есть? Забыла взять стойкие тени карандаш. Очень люблю. Это лайнер, я его называю. В форме фломастера, такой с длинным стерженечком. Очень круто им красить стрелки. Я вам покажу тушь для бровей. Я ее как-то недооценила немножко, а вообще тушь очень классная. Чуть попала. Вот, прикольная тушь, если вы хотите быстренько привести бровки в порядок, да, прокрасить их, то вот она, эта тушь, она прокрасит те волосочки, которые под пушек, он светленький, его не видно. Смотрите, какая волосатая рука, а было не видно. Вот то же самое будет с вашими бровями, когда вы просто вот красить брови, например, корректором нашим, да, палитрой вот этой корректоров или карандашом. Эффект один. Когда вы вот этой тушью, то вы захватываете те волосочки, которые не было видно, и брови становятся гуще, эффектнее. Поэтому, ну, вот так вот. Бывает, что не с первого раза продукт какой-то оцениваешь, а потом со временем понимаешь, что действительно очень хорошая вещь. А вот хайлайтер... Нет, подождите. Тональная основа. Aqua Boost. Вот тоже я ее люблю. У меня на первом месте сейчас стоит новинка антивозрастная Master Creation, а на втором месте теперь вот это, хотя она у меня была на первом. Но Master Creation мне понравился больше, ну потому что это Giordani, там упаковка и все. Но Aqua Boost необыкновенная тональная основа, и у нее очень крутые цвета. Я вам покажу сейчас оттенок.
который мне попался в руки. 56-й, это светлый бежевый. Обычно бежевые цвета, они какие-то вот рыжину дают, да, какое-то что-то там страшное. Ой, много, как вы, смотрите, какой цвет. То есть здесь нет никакой желтизны, никакой рыжины. Он просто такой натуральный, классный цвет. И вот они все такие. Вот это та самая серия, в которой нет рыжих оттенков. У меня даже профессиональный визажист смотрела, она сказала, ну, брала эти все тональные основы, она сказала, что это лучший тон вообще, который она видела, потому что никаких ненужных оттенков нет. И они нам не нужны с вами. Ну и расскажу, конечно, про хайлайтер. Это просто бомба. Вот я им пользуюсь уже с момента выхода его. Чуть-чуть израсходовала, потому что его надо настолько мало. То есть берем маленькую капелюшечку и просто вот наносим сверху уже как завершающий штрих. На область я наношу на переносицу, на верхней губой, немножко на скулы, верхнюю часть скул. И вот идет такое сияние. И мне недавно одна женщина сказала, смотрит на мое лицо так пристально, внимательно. И я говорю, Наташа, что такое она? У тебя такое лицо холеное, как у голливудских звезд. А я тогда говорю, да, спасибо. Это было очень приятно. Я знаю, что это работа хайлайтера, потому что он действительно настолько освежает кожу. Посмотрите, какой у него классный оттенок. Никаких золотых, желтых нету в этих вот блесток. Розовенький, нежненький. За счет этого идет такое сияние у кожи приятное. Просто супер. А это закрепляющий спрей для макияжа. Кстати, я им очень мало пользовалась, но... Действительно, сейчас же пойдет сезон дождей, снегов, когда макияж может поплыть. И вот как раз я и начну пользоваться. Потому что летом я несколько раз пользовалась. Да, хорошо, фиксирует, прикольно. Я просто забывала им пользоваться. Действительно, просто настолько много у меня всякой косметики, что бывает, что я про что-то забываю. Слончик зелененький, классный. Так, что у меня есть отсюда вам показать? Покажу пилочку, потому что я ее люблю. Она очень удобная, четырехсторонняя. Самая грубая первая, потом двоечка, все пронумеровано, потом троечка, это идет шлифовщик и полировщик. То есть все я делаю вот этой пилочкой, видите, она у меня в ходу, вся затертая, но служит долго. Я ее постоянно беру, когда она стирается, я заказываю просто новую, мне нравится. Так, здесь у меня есть только вам показать сыворотка. Это закрепляющая сушка. Смотрите, моя ошибка. Я накрасила красные ногти и сразу же, не дав даже вот чуть-чуть схватиться лаку, начала размазывать кисточкой и, естественно, испачкала это средство. И теперь я им пользуюсь только на ярких, таких, на темных цветах. Кстати, ну вчера вот пользовался на желтом, тоже не видно розового оттенка, но лучше все-таки дать лаку чуть-чуть схватиться, а потом уже наносить эту сушку. Я в восторге от средства, потому что помимо того, что быстро-быстро помогает досохнуть толстющему слою лака, он еще дает вот этот приятный блеск. Ну, вот у меня сейчас я затерла кремами всякими. Очень красивый блеск дает и фиксирует лак. Лак дольше держится. Это тоже мой любимчик, BB-бальзам. Самый вкусный. А, пахнет клубничкой, всегда его нюхаю. И всегда пользуюсь. Немножко вот я его замусолила. Вот. Я его беру всегда. Как только у меня заканчивается, я беру новый. Хотя у меня много и смягчающие средства, и разные. Я все бальзамы покупаю, я все люблю. Но этот у меня занимает первое место по его качеству. По тому, как он вот, прям вот как на модели на губах смотрится. То есть его можно вместо помады носить. Просто будут красивые губы с легким персиковым оттенком. И при этом такой аромат, говоришь, от тебя клубникой пахнет изо рта. Вообще фантастика просто. Так, здесь его так много, не буду здесь останавливаться. Кисти, девочки, обратите внимание, какие у нас крутые кисти. Только в Oriflame есть вот такая подборка. Сейчас покажу, что есть у меня из этого комплекта. Вы знаете, что кистей у меня полно, но у меня кисти из набора. Поэтому я не обновляла свой ассортимент именно этими кистями. У меня есть только три. Но я сразу же взяла вот эти две кисти, как только вышла новая коллекция, потому что мне их как раз не хватало. Для бровей просто супер. Смотрите, год пользуюсь, и она вот
идеальном состоянии, в идеальном состоянии, не размахрилась, ничего, хотя я каждый день ей крашу брови. Этой щеточкой удобно расчесывать бровки, реснички. А этот малыш у нас для подводки, для жидкой гелевой подводки очень хорош. И сначала я не оценила вот этот излом, а когда только первый раз же попробовала наносить стрелочки этой кистью, я осталась просто в восторге. Гениальная идея, вот просто наклонить кисти становится так удобно. Кисти классные все, посмотрите. Очень рекомендую вот эту кисть, которая здесь для помады. Ей очень круто наносить вот уголочки четкие, если мы говорим о глазках, да, вот, например, вот здесь четкий уголочек вывести именно вот этой кистью. А вот это классно подойдет для тушевки. Вот это для меня вообще бесполезная кисть. Она у меня есть подобная из старой коллекции. Я ей не пользуюсь, слишком большая, пушистая. Может быть, ей просто смахи делать удобно. А вот это будет очень хороша для тушевки. То есть вы, например, уголочек вывели вот этой остренькой, положив ее прямо вот как кисть для бровей на ребро. То есть вот таким образом мы делаем. А вот этой вы растушуете четкие границы, чтобы было более круто. Роскошные кисти для пудры, для румян и для тона. То есть на любой вкус берите, все есть, пользуйтесь. Скоро выйдет обзор коллекции теней и румян. Обращаю ваше внимание, что при заказе на определенную сумму вы можете получить магнитные вот эти палеточки в подарок. И именно так и нужно сделать. Я буду брать большую палетку и уже выбрала оттенки. Сейчас я вам покажу, какие я буду заказывать. Обязательно темный кофейный, обязательно зеленый и бежевый нюд. И здесь мне понравился сливовый тауп и вот эти два цвета. То есть золото, по-моему, вот их я выбрала, и песочный. Они разные, но они все прикольные. И вот эти мне понравилось, то, что они матовые, просто бомба. И обратите внимание, праймер для век наконец-то вышел. Это фантастика, наконец-то у нас будет с вами праймер для век. Давно я о нем мечтала, посмотрим, как он будет работать. Тут у нас рай тушей, одна из колоснючих туши вот с таким вот непонятным, да, набором щетинок. Она удлиняющая, она шикарно пушит ресницы и удлиняет и закручивает их. Эта тушь прикольная, но у нее такая большая толстая кисть. И обратите внимание, обе туши термосмываемые. Но если выбирать из них, да, мне, конечно, удобнее кисточка маленькая, но когда она забилась тушью, я поняла, что это была удобнее. Потому что ворсинки практически перестали выделяться, и я не могла прокрасить и разделить хорошо. То есть мне приходилось красить и дополнительно расчесывать расчесочкой. А эта тушь с пушистой такой классной кисточкой, она, конечно, суперская. Какой у нее эффект? Она смывается просто теплой водой. Просто без следов, никаких разводов, она просто снимается как одежда с ресничек. И все, такими лохматочками. Такую тушь не пробовала, но прикольная кисточка. Именно такую не пробовала. У нас была в красном одеянии такая тушь. Она мне понравилась. Прям прикольно. А здесь у нас есть кисточки, замены, которые мы можем вставить в любую тушь. Например, вам нравится консистенция туши, но не подходит кисточка. Не расстраивайтесь. Возьмите себе любимую форму или для разнообразия. Они, кстати, все идут с цветными колпачками. Может, где-то тут показано. Они такие милые. Да, вот у них цветные колпачки. У меня вот такая желтенькая есть на смену. Ну, первое время пользовалась, потом забросила. Так, очень крутое предложение. Тушь, которая стоит 900 рублей, вы можете приобрести всего за 299 рублей. И при том, что это Giordani. И при том, что это супер тушь. Вау, бомба! Вот что я люблю и никогда не могу устоять. Покажу вам вишенку свою, чтобы вы понимали, какой это размер. То есть это такой маленький бочонок. Но пусть вас не останавливает то, что он такой малыш, потому что этого малыша вам хватит очень-очень надолго. Вот у меня прям вообще маленький расход. Я прям пальцем беру, хоть и, может быть, надо кисточкой брать, я пальцем. Лазью. Куда наносить? Локти, ногти, глаза, пятки, губы. То есть все, что сохнет, колени у кого-то бывают сохнут, болячки какие-то. То есть все, что у вас сохнет, все, что доставляет дискомфорт, смягчаете. У меня есть девочка одна,
У нее аллергия высокая на все практически, и она берет только без задушки такое средство и им мажет лицо, потому что больше она ничем пользоваться не может вообще. И у нас какая-то новинка, каштан. Каштан очень интересный, можно потереть аромат, попробовать. Крем для душа и многофункциональный крем для лица и тела. Ну, на мой взгляд, это, конечно же, удобно, я не спорю, но, на мой взгляд, не может быть крем для лица и тела в одной баночке, потому что кожа на лице и на теле, она разная. Поэтому я, когда беру такие средства, я их использую исключительно только на тело. Но кожа в восторге. Обязательно возьму, мне нравится такой аромат. Это прям вкусненький. И здесь у нас бомбическое предложение. Всего за 159 рублей очищающая мицеллярная вода. Вот, у нас очень большой расход. Дочка в основном только ей пользуется для снятия макияжа. Я больше люблю средства для снятия водостойкой косметики. Ну вот, за такую цену возьму прям несколько штучек. Прикольный увлажняющий гель для умывания. Тоже для дочки возьму. И увлажняющий тоник. Супер! Предложение просто роскошное. Вот, в общем-то, все я вам рассказала. Показала, что есть наличие. Если есть какие-то вопросы, сомнения, спрашивайте, пишите в комментариях, пишите отзывы. Если видео понравилось, благодарите лайком. Подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик прямо внизу под видео, чтобы получать первыми оповещения о том, что у нас вышел новый ролик, и посмотреть его в первую очередь. И посмотрите, как высохли тени матовые, как они хороши. Вообще прелесть. Все, спасибо всем за внимание, пока-пока. GoPro стоп-видео.